Доброе утро. Информационная программа «Наши новости» начинает свою работу в эфире. В студии Кирилл Политов, Евгения Доровская. Здравствуйте. Свечи памяти озарят всю землю в ночь на 22 июня. Алтайский край присоединится к международной мемориальной акции, которая проводится традиционно в День памяти и скорби. 22 июня, 74 года назад, началась Великая Отечественная война. В этот раз, в связи с 70-летием Победы, девиз «Мы были вместе» объединит бывшие республики всего Советского Союза, а также страны Европы и даже Соединенных Штатов Америки. В Москве участники акции придут со свечами и цветами к посольствам стран СНГ и антигитлеровской коалиции. В Барнауле желающие почтить память погибших земляков соберутся традиционно на площади Победы. Здесь прозвучат записи Левитана и военные песни, во всех храмах пройдут панихиды по погибшим. Принять участие в акции могут все желающие. Организаторы предлагают также сфотографировать горящую в окне свечу и выложить снимок в социальных сетях с хэштегом «Свеча памяти 22». Почему сегодня вместо толерантного отношения к людям другой национальности многие россияне говорят на языке вражды? Какую роль в этом играют современные СМИ? Почему мы так мало знаем о представителях так называемых малых народов? Эти вопросы стали ключевыми на круглом столе, который прошел на Бирюзовой Катуни. В мероприятии приняли участие московские специалисты по межнациональным отношениям, представители местной прессы и студенты-иностранцы. Работа журналистов Алтайского края по освещению межнациональных тем получила высокую оценку экспертов. В числе изданий были отмечены газета «Вечерний Барнаул» и «Алтайская правда», интернет-портал politsip.ru и программа «Наши новости». Корреспонденты, освещающие межнациональную тематику, присоединились к этическому кодексу журналистов. Сегодня те, кто делают информацию, и те, кто хочет, чтобы она была в новом контексте, они между собой не контактируют. И мне кажется, что вот это основная проблема – отсутствие диалога непосредственно участников коммуникационного процесса. Если эту проблему обсуждать вместе, причем помогать журналистам, в данном случае, с источниками информации, квалифицированными и, скажем так, достоверными гарантированно, я думаю, журналисты будут писать правильнее, ну и для всех это будет лучше. Пенсионные удостоверения уходят в прошлое. С 1 июля в Алтайском крае, как и в целом, по стране прекращается выдача этих документов. При назначении пенсии теперь можно будет получить лишь справку. Но, кстати, и в прошлом роль пенсионного удостоверения была незначительна. Из-за отсутствия в нем фотографии оно никогда не удостоверяло личность. Пенсионеры использовали его для получения льгот на проезд, скидки на лекарства или продукты. Справка будет выполнять ту же функцию. Получить ее можно в управлении пенсионного фонда по месту жительства или через интернет на официальном сайте ведомства. Старые пенсионные удостоверения, да, ими можно пользоваться, у кого они на руках, то есть все ведомства в любом случае будут принимать как справку во внимание, так и вот это пенсионное удостоверение. Жители Затона и Камня на Оби не могут застраховаться от чрезвычайных ситуаций. Компании попросту отказывают клиентам в услуге, поскольку это заведомо принесет им убытки. Проблему обсуждали за круглым столом, который организовала сибирская медиагруппа. Тема навеяна прошлогодним сильнейшим за всю историю края наводнением. Большинство пострадавших получили компенсации из федерального бюджета, но специалисты отмечают, рассчитывать только на государство собственникам не стоит. К сожалению, тарифы страховые составляют от 0,5% до 1% от стоимости страхования. Соответственно, будут убытки. Любая страховая компания – это коммерческая организация, которая не идет на заведомые убытки. Мы не социальная защита, не какой-то там фонд содействия малоимущим или людям, которые подвержены и проживают в зонах затопления. Но для того, чтобы развивать систему страхования имущества от чрезвычайных ситуаций, по мнению участников круглого стола, необходимо несколько условий. Во-первых, специальный закон, который должен определить так называемые выгодные и невыгодные территории, а также тарифы на страхование имущества. Во-вторых, страховщики ждут, что местные власти убедят жителей страховаться не только от потопов, но и от пожаров, землетрясений и других ЧС. Косить станет дорого. Крестьяне края столкнулись с новой проблемой. С этого года они должны не только платить за аренду земли под сенокос, но и за собственный счет оформлять этот же участок в аренду. В тонкостях федерального закона пыталась разобраться Маргарита Белова. 5 часов утра. Любовь Кирилловна, жительница села Кузьминка Змеиногорского района, вместе с мужем уже на ногах. Утренняя дойка. Для семьи Анненковых свое хозяйство – способ выжить в деревне. Молоко они ежедневно сдают и получают хоть небольшой, но доход – 10 рублей за литр. Наш труд вообще он не учитывается даже, вплоть до того, что сколько нам нужно ей насыпать, чтобы она побольше молочка дала. Сыпем, ну вообще подкормить корову. Сыпем, покупаем кормосмесь.
Вот, что очень много идет и затрат, и сил. Если земли под сенокос придется межевать за свой счет, много коров, скорее всего, будет держать невыгодно, рассуждает Любовь Кирилловна. Раньше корм заготавливали за весьма символическую плату. Сегодня эти площади нужно брать в аренду минимум на 5 лет. Цена вопроса около 15 тысяч рублей. К тому же на само оформление документов уйдет не один месяц. Процедура оформления земли в аренду под сенокос. Изготовление схемы земельного участка, подача заявления, написание объявления в СМИ, постановка участка на кадастровый учет и получение паспорта, написание еще одного заявления о предоставлении участка в аренду, получение договора о предоставлении земельного участка. Оформить все по закону в этом году у крестьян явно не получится, времени слишком мало, поэтому власти пошли им навстречу. Всем обратившимся предоставили участки под сенокос, правда при условии, что на следующий год они в обязательном порядке проведут работу по межеванию земель. Маргарита Белова, Николай Шилко, наши новости. Так называемый событийный алтайский туризм становится все более привлекательным. Началась продажа туров на Шукшинские чтения. В этом году они пройдут 25 июля. Программа этих дней всегда насыщена и разнообразна, с участием писателей, артистов, художников, музыкантов, родственников и друзей Василия Макаровича. В стоимость однодневного тура, например, из Новокузнецка, входит трансфер в сопровождении гида и свободное время для участия в мероприятиях в Сростках. День для взрослого обойдется в 1400 рублей, для ребенка в 1100. А на этой неделе в Барнауле пройдет фестиваль экстремальных видов спорта. У зрителей будет возможность не только посмотреть выступления, но и овладеть некоторыми навыками того или иного вида спорта. Море веселья и позитива, так что планируйте свое время. О других новостях спорта прямо сейчас Юрий Борлис. У нас к этому часу все. 659-129. Звоните к нам в редакцию. Хорошего настроения и до встречи.